Алтуфьева, Аминева, Биберева, Владыкина, Берилева, Останкина, Филии, Ясенева. Москва – это огромный котел, который на протяжении последних двух столетий поглотил десятки деревень. Многие деревни исчезли еще до 1917 года. Многие прекратили свое существование после войны. Многие после того, как построили Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Шутили, что в городе после строительства МКАДа было 15 пионерских, 20 школьных улиц, которые находились в самых разных деревнях. Цель нашего фильма – это фиксация действительности, и сегодня мы постараемся с вами посмотреть, сколько же настоящих деревень осталось внутри МКАДа, насколько неторопливо течет там жизнь, и есть ли у местных жителей планы на будущее. Поехали! Дьяковская культура, дьяковские курганы – все эти термины прекрасно известны историкам. Они обозначают древнейших жителей Москвы, первые племена, которые жили на этой территории еще несколько тысяч лет назад. И самое интересное, что село Дьяковское было очень крупным. Оно начало расцветать еще века 16-17, когда здесь жили царские садовники. И государевы садовники на самом деле выращивали все – от петрушки до черной смородины и крыжовника. Тогда в Москве даже фруктов и ягод таких не знали, и все это поставлялось ко двору Алексея Михайловича, других русских царей 17 века. Но село было очень богатым. Самое интересное, что когда разбирали деревянный дворец Алексея Михайловича, то местные жители частью купили, частью украли, местные дверные ручки, местные замки, всяческие украшения. Поэтому их избы выглядели не так, как выглядят избы обычных москвичей. Церковь здесь, конечно, замечательная и не менее восхитительно кладбище. Дело в том, что на нем сохранились могилы, самые ранние из которых датируются 1649 годом. Удивительное ощущение – стоять на месте, где люди обитают, по крайней мере, несколько тысяч лет, и понимать, что сейчас здесь никто не живет. Абсолютная дьяковская пустота. Матвеевская – самая несчастливая из последних московских деревень. Мы были здесь буквально несколько дней назад и обнаружили 4 дома. Теперь вот приехали, и здесь осталось только 3 дома. Вот этому венцу чуть больше 100 лет. Его построил трудолюбивый московский крестьянин, который наверняка здесь обитал несколько поколений. Нам удалось застать его дочку, которая прожила в деревне Матвеевская на минуточку 86 лет. 3 курочки у меня было, петушок. Выйдешь, прям полюбуешься на них. Собачка такая красивая. Я, значит, налила в кружечку воды и ему несу попить. Они в это время: ломай, ломай, ломай. И я раздетая и стою. Я говорю: моя сумка там, пальто там. Я говорю: как же ломать-то? Вот один какой-то это перелез, вынес мне сумку, вынес пальто. Я говорю: пальто не это, полез еще раз. Вот так. И стояла, я смотрела, как они ломают. Чего они приложили? В общежитие, я говорю: спасибо. Идите сами в общежитие. Я говорю: хоть еще 2 годочка будет. И хватит. Есть еще дедуля, последний обитатель этой деревни, которому 91 год. Комсомолец-доброволец, мне было 16 лет под Сталинград. Я там, конечно, намучился. Если бы мне не окружали
внимание, вот, старшее, я бы, конечно, не выжил. Все время в землянках. До 61 года. Я не представлял мир, где это Москва, где все. Вот, вот впервые я в городе Москве и вообще в городе оказался все время в окопах. Я по Москве еду вечером. Ух, какие же дома высокие. Ну, переехали в Москву, но в квартире так и не пожили. Так и не пожил. Ага. Так и не пожил. Если говорить о деревне Матвеевская, то она имела одну главную улицу длиной несколько километров. И там, где сейчас район Очаково-Матвеевская, судя по старым картам начала 20 века, здесь домов было в районе сотни. Она деревня была от этой речки до той речки. Деревня, вот как она. От Сетуни до Раменки. От Сетуни вот до этого. Так, и дальше вправо прям к даче Сталина. Там рядом. Вот я в 52-м году дом построил. Сами. Так, здесь невеста была, в сарае жила. Жили, во-первых, дружно, трудились все, все трудились. Раньше в деревне старичок собирал, даже одного гвоздя не хватает, и он не начинал работать, пока все материал не подготовить, чтобы все коллективно. Народ собирался вокруг и помогали. Был родничок, вот за водой ходили, потом колодец сделали. Колодец, там вода кончилась, там один додумался, что это там посмотреть туда, бросил спички, а кто это там, когда это вылил бензин, да, тут. Вот. Товарищ Сталин здесь таща была. Я ему говорю, я там вот бригадир. Да сходите к Сталину. Ну, пошли, он дал команду нам своей даче водопровод провел. Сейчас вот колонку мы сделали. Вот сделал у нас. Вот больше меньше разрыли, ничего не делали, без воды сели. Вот этой водой я и собак кормлю, и полы мою. Вы фронтовик. Во. В 2016 году от благодарного российского народа получаете воду. Мы сами можем это видеть с крыши, да, вот как Боженька дал. Бомжиха, значит, она ее гоняли на все. Сейчас она устроилась работать в туалете вот там. Да? Она там и питается, она там спит и нам водички приносит. Деревню начали потихоньку сносить в 60-е годы, когда здесь появились первые крупнопанельные жилые дома. И от самой деревни вот сейчас осталось буквально 2-3 домика. В одном живут люди, второй используется как дача. Третий исчезает на твоих глазах буквально, не знаешь, как это воспринимать. Кстати, само название Матвеевское, хоть и перешло на соседний район Очаково-Матвеевское, но официально деревню упразднили еще в 1997 году. Подпись собирали, чтобы нас это сломали, я им сказал, что я подписывать не буду, буду покидать последний. И они говорят, тогда ты и будешь здесь жить. Я говорю, да, буду жить последним, я и останусь. И молодежь умудрились объединиться вместе в одну квартиру. Я жене говорю, я не поеду. Так? И тогда разрешили мне здесь жить до конца, никого не вселять сюда, не прописывать. Вот я и жил. И сейчас вот видишь, что и жить не дают. Так и живем. Собаки. Последний человек, который готов стоять за свой участок и за свою землю. И товарищ Сталин, который дал воду деревне Матвеевская. Не каждый день в Москве представляется шанс пройти по деревенской улице, а мы идем по единственной сохранившейся улице села Спас, которая носит название Староспасская. Изначально село Спас было селом, потому что тут была церковь, и не просто церковь, а целый монастырь, Спасо-Преображенский монастырь. А вот в 19 веке вот эти два населенных пункта, да, скажем так,
Тушино и Спас, они так разрослись достаточно серьезно и объединились, так сказать, в одно поселение. Скажите, а вот Спас и Спас Тушино, это вот... Это совсем другое. Тушино, вот сейчас ее вообще снесли, вот застроили, Митина называется. Ну, понятно. Но ведь раньше еще и Спас Тушино говорили, или вы только Спас говорили? Спас, я говорила. А в Тушине там другая деревня была. Ее называли Новотушино. Понимаете, то есть это был торговый путь, который очень легко контролировался войсками, которые занимали это место. Наверное, самая яркая страница истории этих мест приходится на начало 17 века. Смута, это когда была, та самая смута. Вот в этот момент в России было две столицы. Первая столица, естественно, в Кремле. А вот. вторая в Тушинской ставке. Причем, смотрите, там свой царь. Это Василий Шуйский, здесь свой царь. Это... Еще были бояре, которые постоянно ездили из одного стана в другой. Совершенно верно. Кому больше там чего пообещают. Да. Понимаете, там своя дума, здесь своя дума. Там свой патриарх и здесь свой патриарх. Что, собственно, уничтожило Спас? Строительство МКАДа, Московской кольцевой автомобильной дороги. Когда Никита Хрущев опоясал Москву кольцом 109 километров, он сказал, что на этом успокоится. Многие жители Спаса поверили и поэтому продолжили вскапывать свои огородики, собирать картошку, держать коз, купаться в Москва-реке. То есть вы разделены МКАДом, хотя раньше вы были единым целым. Но сейчас это два разных мира. Да? Но в конце 70-х, начале 80-х годов их стали отсюда активно выселять. Та часть села, которая находилась за МКАДом, практически исчезла. Там снесли все дома, а их жители превратились в горожан, переехали в благоустроенные квартиры. Но в конце 80-х, когда в стране началась перестройка, некоторые жители Спаса города заявили о том, что мы своих родовых мест покидать не хотим. И действительно, здесь есть люди, которые живут в этих местах с 20-х годов, с 30-х годов. Я не знаю, есть ли у них вот именно дореволюционная преемственность, но тем не менее, вот с ранними годами советской власти они связаны, и можно сказать, что живут на этой земле уже столетия. А вот что здесь было, когда вы только-только ступили на эту землю? Вот ваши первые впечатления, воспоминания? А что, деревня, как и везде. Деревня или село? Ну, село ее называли. Село. Село большое, да. Вот, говорят, больше 500 домов. Было, да, тут много. Потому что тут слобода была, потом там, вот, где эти, дорога была тоже. Коровы были, колхоз был. Вот это помню. А сейчас уже скоро 80, а я здесь живу. Вот сколько. Мы работали на фабрике, тут все молодежь, на Тушинской. И вот помогали колхозу. Пруд большой был, рыба у нас была, купались, все делали. Рыбу сами запускали? Да, запускали, она карасики росли. Карасики, да. Росли, отлично. Все, да. Мне кажется, это символ модернизации современной России. Козы, которые пасутся на фоне Крокус-экспо. Приходится жить вот натуральным хозяйством, как это было в конце 19-го, начале 20 века. Это козы одного из местных жителей. То есть для вас сейчас это скорее как просто подспорье, да. Потому что пенсия маленькая, да? Да. Хоть картошка будет своя, а то пойдешь, она по 30 рублей. Угу. Вот за это все уплочено. Если им понадобится земля, они у нас спрашивать не будут. А брык под горку у нас, и все. Нам все уплочено. За нашу землю, за сад, за дом, все уплочено. Еще в советское время? Да, еще когда сносили. Ну, действительно, два мира, две системы. С одной стороны, Крокус-экспо и станция метро Микинина, станция метро Волоколамская, а с другой стороны, деревня Спас, где вот у меня ощущение совершенно не то, что дачное, а вот деревенские, как будто я вновь в 7 лет попал к бабушке.
Деревня Терехово – это фантомное отображение всех амбициозных проектов. Здесь то хотели строить российский Диснейленд, то намеревались возводить новое здание российского парламента. Но все эти планы так и остались на бумаге. Сейчас Терехово, пожалуй, самая эклектичная деревня Москвы. Здесь есть все на свете. И конюшни, и пустые дома, и нелегальные авторемонтные мастерские, и базы ночных волков. И в этой странной мешанине, наверное, и суть современной Москвы. Вот мы заходим в абсолютно необитаемый дом, хотя с виду он кажется довольно крепеньким. Кресло в этом брошенном доме, как ни странно, очень дворянско-развалистого типа. Не хватает камина, не хватает книг и газет. Но, к сожалению, ничего подобного мы здесь не обнаружили. Брошенные дома – это как брошенные старики. Они не хотят уезжать, они хотят, чтобы им дали спокойно, свободно умереть. Мы находимся в деревне, в самом центре Москвы, которая наверняка в ближайшие 10-15 лет, если не исчезнет, то кардинально изменит свой вид. Мы не знаем, чем занимались жители этого дома, но мы можем понять, что в доме, несомненно, было электричество, что местные жители предпочитали искусственные елки всем другим. Они считали, что лесные богатства Терехова нужно беречь. Мы знаем, что они играли в бадминтон. Почему бы не выйти на берег Москва-реки или на ближайшую лужайку? Мы знаем, что они носили вот такие скромные платьица некой фабрики имени Дзержинского. Носили довольно-таки модные для тех времен боты и иногда глушили горькую. Здесь 35 лет. Вот я приехала сюда по лимиту, поработала дояркой. Было на 150 коров, телят было также много, были свиньи. А потом все, ничего. 90-е годы. Да, ничего, все закрыли. И все обросло тут бурьяном, и вот остались тут, вот, кто работал в совхозе, давали вот участки, кто жил давно здесь. Осталось совсем мало домов у нас. Были теплицы, сколько помидоров, сколько огурцов выращивали. И петрушку сеяли, картошку, все было, все. Уничтожили, и ничего не стало, это в пределах Москвы. Я деревенская. Вот видно, что я деревенская. Вот намоешься, пойдешь, Москва-река, и помоешься там. Вот. Деревня Терехово раньше располагалась на полуострове. Здесь Москва-река делает огромный изгиб, такая петля своеобразная. На противоположной стороне находятся Фили, Кунцево, Крылатское. И очень часто жители этих районов не подозревают, что деревенская, что сельская находится примерно в нескольких километрах от них. Потом Москва-реку спрямили при Сталине, построили так называемый Карамышевский канал. И путь для барж, путь для теплоходов сократился примерно на 8 километров. Но Терехово полностью оказалось на острове. Деревне Терехово еще относительно повезло. Она сохранилась, хотя и частично. Но, например, соседняя деревня Нижние Мневники, которая показана на всех картах 19 века, практически не существует. От нее остался один жилой дом и несколько сгоревших, обугленных срубов. Зато она попала в творчество Высоцкого. Помню, Мишка сообщил по дороге в Мневники: «Голдумейр я словил в радиоприемнике».
Сейчас здесь ничего нет, кроме старых башмаков, но даже они поросли мхом, паутиной. За 20-30 лет природа берет свое. Со временем, конечно, количество домов то росло, то уменьшалось. Деревня была основана в середине 17 века, и здесь тогда было всего лишь 6 дворов. И в годы наполеоновского нашествия здесь уже было чуть больше 30 дворов. Когда пришла советская власть, здесь было 94 двора и чуть больше 400 жителей. Сейчас домов в районе 25. Как нам рассказали, большинство людей выбрали Митино в качестве места для переезда. Землю здесь оформить практически невозможно. Есть вода, есть электричество, но газа не предвидится, и поэтому люди топят углем. И крепеньких старушек, которые ни за что не применяют сельский уклад жизни на городской, здесь осталось не больше 10 человек. В 18 веке в селе Троице-Лыково было 33 двора и чуть больше 100 крестьян. Сейчас, наверное, немножко больше, потому что в советское время здесь разместили рабфак для приезжих из Туркменистана, и поэтому здесь есть улица с забавным названием «Туркменский проезд», которая живо напоминает о реалиях военного времени, пусть и выполненных в деревянном качестве. Ну, ходит Стерьина сюда, к Троице-Лыкову. Видишь, женщина прошла, вот туда идите, там, и там, это, у домика живут, увидите. А вы себя считаете городской или деревенской? А, я деревенская, я не городская. Деревенская. А откуда вы приехали? Я? Или вы здесь родились? Мы тут родились. Троице-Лыково всегда был настолько отдаленной частью Москвы, что здесь можно было спрятаться без какого-либо труда от власти. Мы совершенно точно знаем, что сюда привозили уже глубоко больного Владимира Ильича Ленина, которому здесь делали массаж. Все близкие по-прежнему думали, что он находится в Горках, в своей главной штаб-квартире, но он в это время находился в Троице-Лыкове. А в конце 20 века в Троице-Лыкове поселился злейший враг советской власти, лауреат Нобелевской премии, писатель Александр Исаевич Солженицын. Но, как и в Америке, в Троице-Лыкове он тоже жил за довольно большим забором. И, как свидетельствует один из современников, недавно один из бывших партийных функционеров рассказал мне, что зубы у собак Солженицына остры, как сабли, и спасти любого проходящего мимо них коммуниста от участи быть разодранным в клочья может только окрик на церковно-славянском языке. 7 человек было у моих родителей. Теперь умерли многие. Осталось нас вот 2 сестры. Я и Галина Ивановна. И вот я помню, как убежище было у нас там в саду. Убежище. Ну, яма такая большая, ложа-то. И нас туда, помню, у нас же много было. И нас за ручку один гуськом вели туда прятаться от этой, от бомбежки. Вот мы сидели там, стол, скамейки вокруг. Мы сидели там, прятались. Вот. Мы, значит, пешком ходили до Рублева, 3 километра в магазин. Там все снабжались. Я ездила на велосипеде. Один раз посчитала, сколько я привезла. 26 килограмм на велосипед. Сюда, на ручку, сюда, на багажник, везде. В селе примерно около 300 домов. Ну, есть, конечно, уже и современные. Есть богатые люди, там накупили у нас. Движение какое было? Через катер. На ту сторону, там троллейбус, автобус в Серебряном Бору. Вот. А давно, еще давно уже до этого, вообще через лодку. Лодочник, перевозчик, подай лодку, кричали. Ну, вот. Как звали? Ну, был и как его, дядя Саша был. Вот. Там разные были. Вот. Заплатим ему так сколько, он перевозит нас. Ой, едешь, бывало, страшно. Все спешат на работу, прыгают в лодку. Вода прям рядом, вот здесь с лодкой, прям, ой, с закрытыми глазами, думаю, скорее бы на ту сторону. Вот так было, да. Колхозных коров и наших вместе пастух пас там. Потом, значит, пастух загонял коров в колхоз туда, а наши по деревне расходились по домам коровы, коровки наши.
Деревенск, конечно. Я не хочу в город ни за что, ни. До революции в районе современного Царицына было сразу несколько деревень. Собственно, это было поместье Кантемиров, которое называлось «Черная грязь». Потом Екатерина II купила его, и так возникли две станции метро – Кантемировская и Царицынская. Но в советское время здесь был районный центр, поселок Ленина. И мы, собственно, на последней улице поселка Ленина, которая раньше носила название «Крестьянская». Сначала, понимаешь, колхоз был, организовали, как это... Потом пришли строители, дорогу проложили, вот ту большую. Все дома сломали эти старые. Вот наш дом уцелел. Много домов было. Наш вот 50-й был по одной стороне. И по той стороне штук 100, наверное. Там больше, вся деревня там была. А здесь край. Уже новые дома строили люди. А там все старые были. Дореволюционные даже. Я сам-то не отсюда, жена отсюда. Никому. Тут никого не осталось, так что. Лет 20 уже пусто стало. Так все получили квартиры и живут в городе. А я каждый день здесь. Да. Я и здесь нахожусь днем. Ночь еду ночевать в город, так выражаясь. Но я не городской и не деревенский, так, средний. Здесь абсолютно деревенский вид, осталось всего лишь 3-4 домика, которые чудом не снесли в начале 2000-х годов, когда здесь прокладывали автостраду, которая затем стала Новоцарицынским шоссе. Здесь очень много яблоневых садов, здесь очень хорошая малина. Царицынские производители этого фрукта всегда выигрывали у своих конкурентов на главном рынке Москвы, на Болотной площади, куда приходили хозяйки, чтобы варить варенье. Конечно, в Москве есть и частные коттеджи Серебряного Бора, и маленькое жилое товарищество Соломенная Сторожка, и маленький поселочек Сокол, и 26 рабочих поселков, расположенных на окраинах, и поселок Загорье, и удивительный малоэтажный микрорайон Курьяново. Но все они были в основном построены в советское время. А в этом фильме мы поговорили о деревнях, которые явно существовали еще до революции, и которые были съедены Москвой. Но мы выяснили, что деревенская Москва в 2016 году все-таки существует, пусть и в виде кровоточащих обрубков, которые иногда зацветают по весне. Москва. 50-е годы. Они уже скрылись за поворотом. Они уже стали старыми письмами и пожелтевшими подшивками. Но стоит рукой прикрыть глаза, вижу еще не снесенные рельсы, вижу еще не отмененные рейсы, здания еще не снесенные и не застроенные пустыри. И еще от Мневников до Давыдкова столько домов еще не взметнулось. Столько домов, которых сегодня ждут, ревнуют, глядят в телевизоры и собираются по вечерам. Столько домов, где клубятся страсти, зреют мысли, цветут надежды, в которых дети становятся взрослыми и выпархивают из гнезд. Это начало пьесы «Покровские ворота». Это конец большой деревни Москва.